поссал водичку, оторвем его водичку. Приличка. За что так, Люцифера? Мы к своей отношения. Ай! Не сзади меня, Дейна, этот, Дейнонах. Ой, меня выкинуло что-то. Вот черный. Ой. Так, одного нахиляла. А, Юта, ну, черная, Юта, Дейна, Найхи. Аккуратно. Че застряла? Это на первый этап получается. Прямо под жопу мне. Так, Эля, аккуратно. Аккуратно. Ко мне, Алена, тебя тэпнули? Нет. Ой, нет, это точно. Меня почему-то хотели тэпнуть. Сейчас вот будет драка, блин, такая толпа, блин, отходите чуть-чуть, блин, давно к нашему. Я пойду к деду, что там. А вот еще один Юта. А, они мелко решили забрать. Я в сторонке постою, пожалуй. О, кентрика тэпнули. Это ты? Нет. Тут какой-то кентрик появился, блин. Да, стою на месте. Жаль. Опять меня накусали, Юта. Юта жрет кого-то. Сломайся, Юта, я не буду делать. Надо пахи аккуратно. Я напишу. Я уже ТП-шном пишу. Спасибо, Люта. О, блядь, откуда он ТП-шном? Я стою, блядь. Леди. Я в стаде. Давай, зажгите его. Камал! Здравствуйте! Отлично, зажгите за сразу. У вас там есть мясорубка. Ну, коняшка, лупась его. Все, одного. Один минус. Еще Дэна Нохин, да ну нахи бегает. А он меня тэпнул, я подумал, что за фигня. Я никуда, я стою возле озера, как бы, и стою дальше. Так, все, всех убили? Так, я не знаю. Так, а давайте дальше. Я Правильно. Идем. Летеров. Кстати, по возможности пати потом киньте мне. А ты уже тут? Сейчас кину пати. Нет, блядь, я не... Какая разница? Сейчас можно кинуть. Да, заранее. Я иду к Дену. Вот еще одна, Юта. Вот еще одна. Аккуратно там. Эх. Попало не на того. И чувачок. Отойди, встал, блин. Надо вперед, они уже. Шлите потихоньку вперед. Впереди, да. Кто там берется сзади? А, еще одна Юта, да? Вон она. Надо бить ее прям. Чуть-чуть осталось. Сломал еще одну, здравствуйте. Отлично, я посижу. Ой, чуть. Чуть кентрика не это самое. Все, убил. Он еще один. Не бац, я уже плюс 2 у меня, давайте мне 50 тысяч. 50 тысяч. Костя. Еще одна Ютка бегает. Я тут. Порезались. Кара белую накусывает корову. Может это у нас Санта? Ой. То чувство, когда не знаешь, что Санта, кого защищать твоя. Ну все идут за дьябликом белым, наверное, дьябликом. Ну, Альберта, в смысле. Нас все-таки отсекают, типа, надо бежать, короче. Надо идти вперед, да. А вот тут еще одну убили, Юку. Нар, а ты что-то далеко. Хоть тумана. Ну, это не добавили. Хоть тумана, брат. Ой, сзади алики. Ой, не алики эти, как я быстрее. Церы, церы. Они с переломами, типа. Костя врезался. Да-да-да, я хоть уже отходил, чтобы, типа, это, блин. Пошли за потихоньку вперед, пошли, не будем с ними биться стоять. Они пошли, это в обход. Решили не драться с черепахами. Пошли в обход. Там он еще слева кунь был. Не наелся я ни хрена. Они еще и ломают, да. Ломают, бегают, да. Так. Не вижу никого. Мне почему-то, когда начинается затираться, мне начинает тэпать. Мне сейчас жестко залагало.
чем во время драки лам лака обычно? Ну какой это трёп. Я думал, алики будут это. Все впереди еще. Брать, как минский хвост держит. Я подальше, чтобы никого не сломать. Ну, я тоже подумал. Или на меня бегите, на кого-нибудь из нас поломают, как бы за нас. Я пока отойду. Ну его в баню, блин. Как сюда точки включаю. О, пахи, пахи. Ну вот, ударила. Ой. Вот туман начинается, или мне они пытаются дьяблика же замочить. Зажали. Сколько их вообще тут? Минус одна уже, да. Минус две. Минус две уже, ё-моё. Так, еще, наверное, три осталось, вроде бы. Или две. Вот вон одна где-то тут. А где она? Не вижу, тут вообще. Вон одну убили. Ай, блин, спасибо. Спасибо. Вторую убили. Чё, я? Стега дала мне, пожалуйста. Ой, давай тут тоже даю. А тут по-любому будут друг друга бить. Я даже не обращаю внимания, если себя бьют. Здорово. Привет, мне на вас бегут. Да, бежит. На вас? Это кто? Этой? Алики. Какой-то хищ бежит. Удар. Опа, сломали, отбиться. Бегу назад. Меня тоже сломал. Ну да ладно, ничего страшного. Это я тебя сломал? А, ты меня сломал. Слушай, подожди, стой тут. А почему? Я же в него бил. Ну ладно, а может по нему не прошло. Да ладно. Хотя да, если вы друг в друге стоите, я двоих ломаю. А, вон еще справа лазарда. Так, ладно, плыву я. Так, надо на шатрека смотреть поломанного, чтобы тут не написали. Вы оставайтесь здесь, я побегу. Я с ним останусь. Так, тут их четверо. И короче, вот смотри, отрегенишься, уходи. Переплыву статус под хилом. Тут, по-моему, не лазавр, это гиги. Это маленькие. Что-то и маленькое. Вот, адолфы стоят. Или ты же... А у нас тут... Это ли... надо спрятать, блядь. Не, вот справа, там, где я на горе. Ну да, я про нас. Две гиги, как минимум. У вас там бой с этими, с лазавриками, да? Нет, у нас по Монду это эти рексы маленькие. Чувики рексы. Так, минус один рекс. Минус второй рекс. Я двоих убила. Третий хвост зашел, я его бью. Получай, козлина. Так, четвертый тоже хвост мне зашел. Да. У вас там много. Вперед, пока. Мало этого. Убили. Так, третьего убили. Четвертого убили, все. Угу. Все четыре. Пойдемте. Так, а где Тенгу? А ломаные Тенгу тут. Они его тут. А, так дойдем за этого Дед Морозом. Не похилить чуть-чуть. Пойду Минского догоню. Его никто не бьет. Возможно, меня не будут. Да чтоб тебя! Видишь, и меня не будут. Как сарказухов не видать там крокодилов? А кто плавает? Вон плавает крокодайл. Это мелкие, это эти. Сарказух. Как их? Да. Алёна, ну, беги! Садите туда, в кучу не бежите, блядь. А чё, Алёна, беги, я же... Смотри, меня ну, там нет. Блядь. А, на Санта-Клауса напал. Санта чё поплыл, чтобы его побили? Да, видимо. Да. Ой, я лучше вылезу, тут, блин. Да. Через линии лезут, все лезут, ну его упали. Я туда тоже не лезу. Пускай траки плавают. Так, я ухожу, ладно. Ой, да, отходи, отходи. Да, не надо, Алекс. Там что-то мощное происходит. Так, один кто-то сдох. И Дед Мороз, ой, случайно. Он прям это... Не, ну дед сам поплыл, да, если он сдохнет, то он будет... Не, вон он вниз. Не, он живой, да. Если что, зеленый кентра, это не я.
Да, видно, ну ты же на спате. Нет, кто-то... А, вот там... еще здоровый. Это дикий, блин, синий. Да и на зух идет. Здоровый. О, надо его на этом сломать. О, блин, ой. Поломал. Давай, давай, пошел. Я еще раз сломаю, Минский, отходи. Я еще раз сломал. Отходи, я сейчас буду его. Терка полезла. Хиряч терка. Так. Эх, ох, он почти сдох уже, крокодил. Терка, давай, давай, хиряч. Ребят, мороз идет дальше. Пошлите. Кого-то и добить могут. Минский, ты куда поплыл? Крокодила хирячу. Звуки такие в воде. Ой, меня зажимают. Отплываю. Крокодилы, блин, мои. Мороз уходит. Ну, ему уже больно. Так, маленького я убила. Сейчас резинка его добьет. Ой, он прям, знаете, Костя, давай. В воде невозможно разворачиваться. Давай. Зажали его, все. Били. Маленькую надо добить. Строкозуб, строкозуб, ему почти ему. Уходим, уходим. Пойдемте, пойдемте, пойдемте. О, там Фенезинга включила повышенную. Коняшка. А вы тут пили пока. Круг. Я у тебя не в пачке. Можешь взять пачку оранжевую? Либо же просто мастер. Все, нет, еще не сдох. Ты на гум. Ладно, я пойду за стадом, короче. Кто голодный, впереди кусты жрут. Тынгу тут нету, вообще. Да. И ламба типа тоже. Вы его добить еще не можете? Добили? А, да, нет. Наконец-то, пошлите. Вроде да. Здоровый, Минский. Так. Толстый. Сарказу это дайнозыв, блин, пол хп снял. Блин, он прикольная фигня. Ну уже онлайн 40 с чем-то человек, прикольно. На юн, пишите раз. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А еды нет, блин. Поели, так сказать. Где Рекси? Подать их сюда. Справа от вас. Какого цвета? Нам Рексы, блин, как бы мы сами давайте не будем нападать, а идти куда-нибудь жрать, блин. А это тогда не те. Нас черные интересуют. Так а чё, надо идти, вон за этим. Барсбол где? А, да, только черные должны быть. А где Дед Мороз-то? А, налево идем. Здесь ко мне иди, это... налево. На меня. На меня съеду всё плохо. Маленький индюк вон. Уже когда будет совсем плохо, надо начинать писать, чтобы тогда пилили и поняли, что нет. Может так задумано. Я думаю, ну, какая-то... Ладно. Не все получили бал. Небольшая остановка. Мы показали. На поляне. Опять Дед Мороз плавает, да шо? Дружище, вылазь. Дед Мороз что-то знает. Естественно. Так, блин, вот они сейчас от хила. А это там те гиги ходят за нами. Это не... Ну, игроки. Это не эти. Блин, жалко, я не успела в прошлый раз вырастить хил. Прям вообще очень плохо. Да, пати, блин, нам бы не мешало бы в таких ситуациях, блин. Так, я, тут... блин, выращу. Я вот сегодня уже доращу ее. Стадо пошло, а мы вот остались добивать крокодилов. Боевые динозавры. Даже у меня голод на 50% просел. Я не знаю, что у вас там. 50 тоже. Ты чувствуешь, что они специально ускорили голод? У меня 25 голод. Ощущение, что они ускорили, потому что очень быстро голодает. Как кстати, тем, как да, мне тоже так показалось, что он кило быстрее голодать стал. Ой-ой-ой, как-то неудобно здесь проходить. Так, они, по-моему, с кем-то дерутся, что-то прям бегут. Да нет. Нет, нет, они просто бегут. Просто Дед Мороз это бешеный, блин, постоянно бегает. Да, он понесся. Может, так задумано, да. Типа.
А я в обход пойду. Чё? Иди туда. Он прям несется. На чарже носится. Ну? Помереть хочет, наверное. Я думаю, что мы очень сильно, да, растянулись? Да. Он тут сел. Тут, кстати, еды еще далеко, да, еды. Может, там поверху надо пойти, там... Ну, почти дошли до конца. Скоро будут рексы. Их отхилиться бы. Это сейчас крокодайлы будут, были, да? Может, будет спиннычи какие-нибудь. Что-то мы вдоль воды ходим. Спиннычи, это будет очень больно. Нафиг, надо отхилиться хоть чуть-чуть. Главное еще смотреть, чтобы тебя не зажали бы случайно здесь. Сейчас прошли. Кушать доготовлю. Тоже зайду. Поиграю. Санта что-то это. Что-то не шарит. Так, Стата, вам нужно прийти на елку, которую прошли. Дед нас туда не привел. Там дед забухал. Старенький стал. Так, спин, спасибо. Давай, заползай. Правда, ивент уже закончится, пока ты покупишь приготовить. Блять, меня зажали опять. Ну шевелись ты. Или тут нам Дедушка Мороз должен нас привести, нет? Кто покинул группу? Не знаю. Ну, я далеко, что ли, нет? Ты тут, тут. Я с Элей рядом, нет, мы здесь вместе вроде. Мастер все. Он, да? Да, мастер без пати. А чё ты без пати? Ну это лимитом, лимитом. В смысле? Ты не... Ты нас кто-то покинул. Ну я выкинул, да. Я с памятью. Но мы тебя не выкидывали, ты, наверное, что-то нажал случайно. Нет, у вас лимит. Ой, господи, ты был в пати, как ты можешь быть? Нет, не было. Я же тебе кидал пати. Не было. Лимит. Написано, что лимит? Да, написано то, что лимит. Сейчас кто-то вышел, блин, может сейчас влезет. Давай, и сейчас попробую ему. Так я же тебе раньше кидал, ты же кричал, что 4-5 спасибо. Кружочков есть, свобода еще. А, 5 кружочков? Тогда давай. Тут кустов не будет, блядь, здесь же брать. Сам-то не беди к жратве. Он к елке видит, на елке должна быть еда, по идее. А где он? Я вообще его не вижу. Офиг его знает, я тоже. Я тоже его потеряла. Не поверите. Стадо отделилось. Стадо побежало где-то ближе к зеленому. Чтоб жрать. Короче, его попик на Деда Мороза совсем. А где Дед Мороз? Там налево ушел? Так вот там ты сделал, он же там был. Мне больше не надо где-то. А его вообще похилили. Хера не понимаю. Странно. Что происходит? Куда идти? Что-то куда-то в разные стороны. Ты, стадо, где Тенгу? Я вот за Тенгу иду. Идем за Тенгу. Она сзади. Она в спальне. А где Дед Мороз? А, вот он идет, господи. Что-то все рванули туда. Опять да, этот вперед, как-то все пошли. Видимо, жрать очень хотят, все побежали. Может, шарик просто где елка, куда идти, они сразу наперед пошли? О, меня попилили. Меня еще не похилили. Надо писать. Костя хитрый же написал глобали. Так я же говорю, надо писать. Ну кто-то написал, и я написал за ним следом. Хитрый жук, ай, хитрый. Ну, бля, глобаль читайте, глобаль читайте. Да я почитал. Так я же тем более сказал еще один. А то уже ну реально бы как-то. Там килы должны быть голодные, а не так злые. И злые? Да. Не, ну не хочется сдохнуть от еды, нам кило должна, блин, умереть в бою. Что-то все пати кидают. Музырец еще присоединился в лес. Ну я принял. Если он влазит, пускай влазит. Ой, не трайк. Вопрос. Откуда трайк тут же взялся? Как Минский меня успевает, блядь, обогнать, я не понимаю. Ты просто маленький. Вот ты сзади где-то идет, сзади. Мелкий. Бац. Впереди уже. Ты ж. Тут ангелы охотятся. Ну, я не знаю, что там. Скучно, наверное, человеку. Чем мы опять кругами ходим, блин? Впереди на кого-то видит вот там. Внизу, походу. Внизу будет бой. Кто здесь? Да, вон, рексы.
Наконец, будет стоящий бой. И все, слышишь, и все они сели убегают вокруг этого. А там килы. Это зрители, если что, черные, то это... Черные, черные. А черные наши. Они меня оббегают, сволочи. Поломал одного. Тут дед сидит на... Ну, вот этой пуске. Второго поломал. Не пускают. Драться вообще кто-нибудь будет, интересно? Да они не идут, они все. Я бегу. Как спуститься? Костя, близко не подходи, чтобы мы по друг другу не попадали. Угу. Оставьте мне кусочек. У меня перелом, я пока посижу. И у меня перелом. Две минуты. Отойдите тогда, кто боится. Тогда я присяду. Костя, в черепашку. У тебя там все дома. Вот она, моя, это моя. Да блин, уйди, трайк заколебал. Опа, у меня пронеслось там хорошо. Ой, на середину ты что, смотри. По мне середина, слава богу, попала. Костя поломал его? Ой, нет. Бля, пиздец, что происходит? А это какие-то жирные рексы. Рексы, ну только это круто. Естественно, жирные. Минске двойку, бля, я забыл нажимать эту защиту. А, точно. Я крикнул, не кричи пока. Я уже крикнул. Тоже крикнул, ты сказал крикни, я крикнул. Так, я пока присяду, похилю перелом, а то мне тут надавали, блин. Ну что, а что с Рексом? Они такие жирные. Подкрутили им, наверное. Сейчас голову набью. Рекса сломалась. Ой, так, ты бы Нара отошла бы. Ай. Они все равно тут охотятся. Как все, офигите, кто дофига, блин, что вы думаете? Надо одного забрать. Ладно, пока я... Нара, ты лучше отбегай. Не поломал. Уже... Нара, отходи, да. Я уже не успею. Отходи, я тебя прикрою. Не бей хвостов только по мне. Ага, извини. Я так на всяких руках мне кто-то гонится. Спрятаться бы куда-нибудь. Ай! Блин, очень много. Так, Терезина там добьет его. По идее, это хотя у нее хп то маловато. Да, добила. Это прям подкрученный рекс. Ой, кто-то просто. Одного убили Рекса, да? Моего, наверное, убили, которого я теряла. Офигеть, мы не столько Рекса взяли. Они поломаны, слава да. Да, там вот... Это план капкан, анкилы вперед. Ползаю в кусты. Ой, блин, Терезина влезла. Терезина подоела. Блин, я Терезину сломался, чай. Тынгу, кстати. Ой, простите. Дайте пройти, я поломашка. А, там Барсболдзе. Смотри, Алена, брат, там Барсболдзе, хвост длинный. Нормально. Я уже поломаю. Тынгу, убегай. Поломал Рекса. Ну
майнер, господи. Минский очень плохо. Очень плохо, Минский. Я его поломал. Кому, тебе плохо? Тебе. Да мне похер, я сейчас отсижу. Отсижу, он сейчас... Это вот черный тензинок. Ой. Так, Сашка, ты что сюда лезешь? Блин, ну... Я да у него хп там нифига должно быть. Ой, у него херовенько, что он лезет, блин. Да он сдох, блядь, я не понимаю, что лезет, блядь, на Рекса. Ну не говори. Минус Санта. О, нет. А он ему кило добьет. Да блять, кто трайки придает, сейчас подобиваете. Эссенс, ой, Нар жива осталась? Трай, да, Нар. Это ты сейчас трай бьешь? На, а вот это я. Смотри, тут сейчас тебе свои захерячу. Все, я убил его. Шок контент. Санта принял ислам, да. Санта, не знаю, его хп нет, он лезет к Рексу, Рекс хвостом его находит свой. Санта сказал, хол-хол-хол. Да, спи. Я скушаю, это где-то, а ты это писал. Жесть, Рексы, конечно, блядь. Ну, подкрученные Рексики явно. Ну, стадо-то здоровое. Там конкретно подкрученные, я так тебе скажу. Шикарно было бы. Ой, у меня, просто... блин, еды нету. Тут есть еда. На Минске, слышишь, с тобой мы трошки неправильно. Мы с тобой бились там, типа, надо было просто бегать и ломать их всех постоянно. Так блядь. Я и бегал. Там белые. Но я в основном бились, сидел, да. Потому что меня Рексы сразу выносили, старались. Ну, ну. Это сейчас за 6 секунд он столько накоцал, бля. Я потом понял, это минут, блин. После второго Рекса, что надо вообще бегать, белый просто ломать и все. Всех подряд. Впереди белый Рекс. Ну это белый, ну, это белый.